Всем привет! Сегодня приготовим куриную пастрому в мультиварке. Для ее приготовления нам понадобится 500-600 грамм куриного филе. Будем готовить солевой раствор. Для него нам понадобится 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 7 горошин черного душистого перца, 2 лавровых листа. Также будем готовить маринад. Для маринада нам понадобится 1 чайная ложка паприки, красная, меленная, сладкая. И 1 чайная ложка куркумы, пол чайной ложки черного душистого перца меленого и 1 зубочек чеснока. Также нам для приготовления понадобится 2 столовые ложки растительного или оливкового масла. Куриное филе мы хорошо промываем под водой, убираем все излишки. Вливаем, берем какую-то емкость и вливаем литр воды. Будем делать солевой раствор. Сюда же отправляем соль, лавровый лист, душистый перец с горошком. Все хорошенечко перемешиваем. Хорошо все перемешали, соль практически растворилась в воде. Теперь берем и выкладываем сюда куриное филе. Смотрите, чтобы вода полностью покрыла куриное филе. И не бойтесь, если вам покажется, что сюда входит слишком много соли, куриное филе возьмет столько соли, сколько ему понадобится. Солевой раствор делается для того, чтобы пастрома была сочная и мягкая. Сверху накрываем или крышкой, или пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Мясо было у меня в холодильнике около 3 часов. Сливаем воду и куриное филе теперь обматываем через бумажное полотенце. Убираем лишнюю воду. Также поступаем и со вторым кусочком. Теперь готовим маринад. Берем чесночницу, выдавливаем чеснок. Выливаем сюда столовую ложку растительного масла. Вторая столовая ложка у нас пойдет для чаши мультиварки. Теперь все перемешиваем. Куркуму, паприку, черный перец и чеснок до однородной массы. Теперь берем курицу и начинаем обваливать очень хорошо в этом же маринаде. Оставшееся растительное масло выливаем в чашу мультиварки и распределяем по дну и по бокам. Кладем курицу в чашу мультиварки. Нужно ее скручивать рулетом, но поскольку у меня очень маленькие кусочки курицы, так не получится у меня сделать. Ставим чашу мультиварку и закрываем крышку. Выбираем режим выпечка и ставим на 10 минут. Когда включится подогрев в конце, мы выключаем эту функцию и крышечку мультиварки не открываем на протяжении 5-7 часов. Пастурма так и готовится, она должна дойти в мультиварке. Она таким образом будет готовиться. Прошла целая ночь. Как мы видим, на дне у нас образовалась такая жидкость. Разрежем грудку. Вот так пастрома в
выглядит в разрезе. Возьмем кусочек и посмотрим. Она внутри полностью приготовилась, благодаря тому, что мы ее оставляли на ночь при закрытой крышке. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.